Спасибо. Алина, привет. Алина, привет. Алина, привет. Да, Алина. Не та, а другая. Привет. Здравствуй. Ладно, все. Идем играть. Алина королева. Юсик, у меня только одна и все. Только Юсик. Only Юсик. Only you. Чтобы победить кого-то, нужно победить себя. И тот способен победить, кто побеждает себя. Самый сильный противник и соперник твой по жизни – это ты. На тебе, цветы. С каких пор ты со мной на «ты»? Да иди ты нахуй! Так, все, сейчас серьезный подход, быстрый подход. Серьезный, максимально быстрый, да. Очень быстрый подход. То есть, ну, не будем тупить, попробуем максимально быстро сейчас все сделать. Чтобы этой ночью уже, ну, сделать действительно какой-то прорыв, да. Не как обычно. То мне обычно батуа отвлекает. А сейчас я буду нормально сосредоточенно играть. Сейчас. Блять, как я это забыл, чтоб сразу сделать на максимальное это количество. Дед, у тебя да. Есть дискорд-канал для зиблов. Хочется с Дубадубом из Батуани пообщаться. Дубадуб, как к вам попасть в можно, дискорд? Можно, можно, есть такая возможность. 1000 мне, там уже дальше скину их данные. А там уже видно будет, поднимут они и нет. Молодец, продумано. Сейчас буду играть максимально продуктивно. Потому что передо мной стоит задача и цель. Пройти эту игру. Понимаешь? А когда у меня есть цель, у меня нет преград. И преграда в виде лысого гномика мне вовсе не преграда. Понимаешь, о чем я, да? О, блядь! Погодите! Ой, блядь! Что, блядь? Что, сука, за хуйня? Почему, ну, рандомно мне хуйню какую-то выкидывает? Осуждаю! Я перезайду, наверное, скин поменяется. Это не я ставил. Само там все. Я не знаю, почему так оно все. Эй, ты никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Опять что-то непонятное. Я не знаю, почему это все работает так тупо. Как сделать так, чтобы это так не было? И опять перезаход. Видишь, каждый перезаход новый скин дают. Надо вообще лицензионный мини-крафт купить, да? Там уже можно на официальном сайте скин самому делать. Как это работает, блядь? Что это за хуйня? Почему? Да, ведь человеку 34 года. Это пиздец. Как это работает? О, ну этот ладно еще. Тоже непонятно. Че там? Какой-то, я не знаю даже, что это. Что-то непонятное. Ну ладно. Все со скином нормально. Это такое обновление 1.
1488. Осуждаю. Мне надо сейчас угля сначала. Мне что, факелы? Опа. Смотри. Секретка. Это вообще не стоит для того, чтобы переживать. Глеб, а помнишь, как ты уснул носом между ног проститутки и тебе всю ночь снилась килька? Кстати, хотел бы быть шерстяным носком сторожа гаражного кооператива, чтобы спускать аромат и не прогибаться. Чё, блядь, иди нахуй. Ой. Ой, блядь. Блядь, убили, суки. Сука, эта игра меня дрочит, сука, как женщину. Сейчас бы поломал твою жизнь, но, сука, рука не поднимается, слишком тяжелая. Сейчас я быстро куш-кушки сделаю. Да. Сделай ферму свиней и гликуриц. А как? А как сделать ферму? Ребята, а как ферму сделать? Олька, ты написала, что Джоан подлиза, и я удивился. Устрашился даже немного, что конфликт начнется. Заткнись. Вы не можете набрать, ты жену свою делишь спиной. Надо немного подождать. Я был 60 килограмм до 20, я, наверное. Я свою жену, блядь, ни с кем не делю. 4. Сейчас, мне ЖПЖ надо. Надо купить премиум, чел. Навсегда, вот премиум 600 рублей. Все, купил аккаунт. Ребята, что-то не то сделал я. Какая-то хуйня получилась. Смотрите. Прошаренные, кто знает, в чем прикол. Что с аккаунтом, блацики? Что случилось? Почему? Ребята, объясните. Почему аккаунт такой не очень? Не понимаю. У меня аккаунт умер. Эй! Сайт отключен для проведения работ. Вы чё, ебанутые? Я только аккаунт купил, тварь. Сука, купил, понял, аккаунт за 500 рублей, так админ пи***р сайт вырубил, пошел бухать. Я только купил аккаунт, скин поменять, эта мразь отключила сайт. Нет, это просто пи***ц какой-то. Смотря. Смотря. Цапа! Цапа! Вставал, да. Ну ладно, смотря. Видишь, он сейчас умывается, да, прихахарашивается. Он сейчас выйдет и будет, ну, медвежью качку делать, скорее всего. Утреннюю. Опа, смотря. Смотрит, видишь? Ить. Смотри. Маску одел, видишь, и смотрит. Видишь, что? В маске сидит. Смотри, бандит. Нормально. А, нет, не получится, да, медь? Надо металл. В смысле, чем металл-то добывать? Или нормально добывается? А, все нормально. Железо, да. Сейчас мне надо что, железо сделать, кирку. Смотря. Ты видел такого? Это я. Смотря. А я бы еще хотел енотика скин, чтобы был, бля, савочка.
смотря. Видал, как в душу прям смотрят? А? Жмышенко. Все, опускаемся. Сюда. Сейчас. То есть я прыгну, наверное, да? Ну, с Богом. Опа, прыжочек небольшой, мальчики. Сейчас. Уголь надо, чел. Уголь, уголь. Блять, чё? Бать! Чё, блять? А, вон он, сука. Дедуля, а ты знал, что ты на шифте можешь ходить по краю блока и не падать? Да, и еще хотел узнать, во сколько ты взял царапку и где. Очень сильно люблю Сабо! Тебя и твои потоки. Спасибо, братан. Сапу ты имеешь в виду взял? Сапальчика? Это друг мне подарили его. О, пи***ку. Это, сука, проводит. Мама, блядь. Сейчас. Это чё пиздюк такой сильный, я не пойму. Да? Изи. Я в тут. Что-то у меня клитор чешется. Мне походу клиренс. Не понял. Интересно, это что такое? Это что, сталагетит? Мраморная комната? Секретная? Что это? Кальцит? Не понял. Метисовый кальцит, чел. А таблички можно с этой штуки делать? По 5000. Мне просто очень нравятся такие штуки. Ты дождался выбежаться оттуда быстрее. Испугался, понял, не знаю. Блять, паника вот этого тряди братика. Я не знаю. Сука, у меня паника началась, и я начал клацать А4, понял? F, Alt F4, сука. Надеюсь, я сейчас зайду, и у меня появится другое место. Пасеки. Ну, оно же не сохранилось, а? У меня паника началась. Можно было просто вниз, наверное, копать, да. У меня паника, я не знаю. Ну, сука, меня подставил, понимаешь? То грава, то явно. Фу, блядь. Я выжил. Я выжил, чел. Я выжил. Мне ж плохо стало с сердцем. Фу, бля, наконец-то. Пипец, господи. Фу, блин, аж дышать легче стало. Смотрите, ребят. Это кто? Это я, смотря.
смотря. У, сука, шхилку так рубит. Бан-б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 ан. Так, все, домой идем. Сейчас посмотрим. Вон мой замок. Все, я дома, пасеки. Победитель пришел домой. Так, покупаться надо после прогулки в бассейне поплавать. Ты чуть вспотел там. Итак, смотря, пока вылаживаем, да. Вылаживаем, нет, пока вот это жареную еду оставляем, вот это все выкладываем. Да. Нет, таблички, да, есть, продаются. Есть контакт. Вот таблички, да, эти тысячные, это по 1000 таблички. Тут разные цены, вот эти вот таким цветом, это тысячники. Больше похож на 200-х. Рот закрой. Шо? Нормально смотрится? Смотря. Металлический чел. Нормально? Смотрите, ребят! Смотрите! Золотую жилу нашел, чел! Ебать! Да ладно! Красиво вообще! 11 алмазов, пацаны! Реально золотая жила, чел! Просто must have! Что я сейчас делаю? Я сейчас ищу алмазы. Ну, типа, алмазы собираю. Ищу просто алмазы. Вот что я делаю. А мне, по сути, только алмазы осталось найти нормальное количество, и все. Да. По этапам расскажи. А алмазы ищу, все. Это то, что мне здесь нужно. Чтобы скрафтить максимально крутую броню и идти уже в ад. Искать стержни. Ой. Так, ну все, я тут уже обходку сделал людей, что так сказать. Ну, я типа посмотрел именно визуально, так, внешне не копала. Ну ладно, просто посмотрел. Ладно, тогда давайте попробуем вот в эту сторону, наверное, пойти, да? Я ту сторону еще не все обошел вроде. Тут алмазов нет. Ух ты! Ля, ебать, туннель. Прикинь, да, еще факелы стоят. Ля, ебать, там факелы идут вниз. Мысли. Погоди, это что, мой туннель? Нет, пацаны, это не мой туннель. У меня туннель идет вверх, и там никакой паутины точно не было. Это не мой. Я не ставлю. Подожди. В смысле мой? А где мой дом? Я не выходил, мой туннель не выходил сюда. Вот здесь, сверху. Вот он, да. Точно. Точно. Это мой дом, басики. Это мой домик. Это мой дом, ребят.
смотрят. Это мой дом. Так и шо, блин. 20 алмазов у меня, смотря. Пошел. 20 алмазов у меня, получается. Но это мало. Тут только смотри, сколько надо, блин. 8 штук только на тело. А, шем золотой, да. Шем золотой надо. Ладно. Смотри теперь на меня. Смотря. Видишь, какое? Смотря. Смотря.